Pepsi, которая в юбилейном ведро. Ведро стоит 200 рублей. Смотрите, тут я взял 12 крылышек. Баскет обновили, теперь они меньше. Смотрите, какое ведро красивое. Ручка была округлой, стала загнутой. Вот такой вот. Ну, дизайн прикольненький. Обновили дизайн. Было вот это вот красное недавно. Просто. Они сверху нанесли 80 лет оригинальному рецепту Kentucky Fried Chicken. Сайт 1940. Сейчас будем кушать. Ведро мне понравилось. Ну, конечно, 200 рублей за ведро. 200 рублей за ведро дороговато. Было дешевле. Но вообще оно дает скидку, и эта скидка себя окупает. Так что я советую вам приобрести за 200 рублей его. И пользоваться, кушать крылышки.